А теперь оба реагента смешаем. Вот. Вау. Хорошо. Тихо. Моего любимого цвета. Карамелька, смотри. Тоже мне, кот ученый. А ну, брысь. Карамелька. Катастрофа ликвидирована. Осталось только? Осталось только бантик хорошенько постирать. Не спеши, Зухра. Что ты делаешь? Бантик испачкался. Я хотела постирать его. Ты поставила полный цикл стирки ради одного бантика? Но карамелька не может ходить с грязным бантиком. Никто и не требует от нее таких жертв. Но если подождать, когда белья для стирки соберется побольше, то можно сэкономить много электроэнергии. Запуская полный цикл на стиральной машине ради одного бантика, ты тратишь столько же воды и электричества, сколько и при полной загрузке барабана. Тем самым мы перерасходуем электричество и питьевую воду. Если постоянно стирать по одной маленькой вещи, то получится огромное количество потраченной впустую электроэнергии. А для ее получения, соответственно, придется сжечь еще больше количества невозобновляемых полезных ископаемых, таких как нефть и газ, тем самым загрязняя атмосферу. А ведь помимо электроэнергии, надо еще учитывать и расход воды. В среднем на один цикл стирки уходит 60 литров воды. Запуская без необходимости стиральную машинку, мы также расходуем большее количество питьевой воды. Такие необдуманные траты пресной воды могут привести к экологической катастрофе. Используйте стиральную машинку лишь тогда, когда накопится достаточное количество грязного белья.